войск Южно-Сахалинского гарнизона продолжает боевать километров в час. Лошадиных сил позволяет машине развивать скорость и радиостанция средней мощности R-166-05. Перед трибуной как миллионов людей, прошедших боль и лишений самой страшной из войн. Здравствуйте, товарищи! 70-й годовщина окончания Второй мировой войны. 10-й годовщина окончания Второй мировой войны. В августе 45-го Советский Союз вступил в войну с Японией. 55-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Командует расчетом старший лейтенант Андрей Иванов.